Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ежедневные награды, конечно же, забираем. Ребят, я надеюсь, меня с сёгунов не выкинули. Сейчас мы в этом лично убедимся. Но для начала откроем, конечно же, колодочку. Так, посмотрим. Да ёлки-палки, что-то в последнее время не дают мне ДНК, ребят, из этих колод. Меня это немножко расстраивает. Даже, я бы сказал, очень сильно расстраивает. Пройдите серию испытаний. Ну что ж, давай пройдем быстренько серию испытаний. Раз, два, три, четыре, пять. Я вышел зайчик погулять. Сейчас мы всех и забомбим. И пойдем мы с вами опять же на лигу. Да, ребята? Лига — это наше все. Мы должны с вами получить к концу недели, точнее даже к началу следующей недели, Сёгуна 2. А почему? А потому что мы с вами тогда получим осколки. А осколки вы знаете какие, да? Платиновые. Для того, чтобы... Ну, в этот раз, конечно, нам не хватит. Мы там заработаем, дай бог, 50 или 30 осколочков. Но, тем не менее, каждую недельку нужно хоть понемножку, но добывать их. Так, бомбанули. Слушайте, что-то мы, по-моему, не то делаем. Надо вначале укрепиться, действительно. А то сейчас нам таких тут сладких звездюлей достанется. Так, Рафик берет на себя провокацию. Ну, а дальше все как по маслу должно идти. Давай-ка мы с тобой давай-ка Криса нахлобучим хорошенечко, вот так вот. Ага, да-да-да, конечно, получи. Следующий кто? Ты, Крикун? Ладно, продолжаем Криса бомбить. Вот, проникающим ему, хопа. Да ладно. Ух ты, в коем-то веке, ребят, я в первый раз вижу, чтобы бот решил выпить энергетик этот защитный. Раньше он все время пил контратаку. Но тут что-то на него снизошло, я не знаю что, ребята. Так, ладно. Нам-то пофиг, что он там бухал. Мы сейчас его быстренько здесь расхерачим к ядрене фени. И носорог нам здесь тоже не помеха. Или помеха, да нет, не помеха. Мы его сейчас, опс, вот так вот. И Рокзарчик, да уж, конечно, Рокзарчик, конечно. Ну что ты хиляешь? Ох, ты достал Хилуна, а? Ну Хилун. Ну-ка, Крис. Вот и все, и давай с этим паразитом будем заканчивать уже. В конце концов, он уже достал, если честно, здесь стоит. Как будто и не при делах. Ладно, ребята, мы здесь прошли, все идеально, все хорошо, отличненько. Ну и мы, соответственно, с вами двигаемся дальше. Нам нужно 10 боев еще сделать. Вы уже знаете, куда мы это все приспособим. Так, заберем ревард. Так, поднять уровень персонажа нам еще нужно. Но это мы сделаем обязательно чуть-чуть попозже. А для начала найдем. Найдем кого? У нас кто-то здесь уже на подходе, ребят. Я точно знаю. Да-да-да, именно Крип. Крип у нас, так скажем, приближен уже к тому, чтобы прапаться. Ну, еще карточек 20-30 на него нужно найти. О, уже две нашли. Ну, давай третью. Нет, зажал третью картишку, а? ДНКшечку на него да зажал, гаденыш. Ладно, хорошо, кого мы будем сейчас? Змею-карай или паукуса? Я думаю, что до них до обоих дойдет очередь. У нас еще караечка есть. Также не забываем, что у нас Макмен. Тоже мы его немножечко должны пошуршать, поискать. А ну-ка. Вот, видите, ДНК выпала. Кстати, мутаген копится, нам нужно будет сейчас кому-нибудь из крепеньких поднять левел. Я думаю, что это будет железная голова у нас, скорее всего. И здесь не получится ни шиша. Так, сколько мы с вами сделали заданий? Только одно. Значит, недостаточно мы нашли. Давайте тогда карайку поищем. Нет, минус. Давай здесь. Ага, отлично. Одно ДНК есть. И тут мы нашли. Ну что же, великолепно, ребят, по-моему, все. Мы сделали эти два задания. Давайте заберем реварды. Так, поднять уровень персонажа. Ну, как я вам и говорил, это, скорее всего, будет у нас железная голова. Навыки 6600 тратим. Да, отлично. Здесь мы меняем. Подожди, нет, не то, не то. Что это мы делаем? Ага, странно как-то тут. А, вот, все, хорошо. Меняем, ребята. Сюрикенчики. Так, у нас, кстати, 5000 сюриков. Можно зайти в магазин и даже глянуть. Ну-ка посмотрим. Смотри-ка, мы можем с вами найти Бибопа. 5 ДНК, давайте это сделаем.
Чё уж тут. Так, сколько у нас жетонов? 445, этого мало. А монет 164. Хо-хоу. Мы собирались Шреддер открыть, поэтому не будем, как говорится, отступать. Будем идти к нашей цели. Так, и еще два задания, ребята, мы сделали с вами. Все, с этим покончено. Дышим спокойно, на расслабоне и двигаемся с вами вот сюда. Кстати, ну естественно, я думаю, что мутагенчик нам нужно поискать обязательно. Он, как говорится, на дороге не валяется, хоть и добывается практически везде. Но если есть такая халява, почему ее я должен упускать? Нет, конечно же. Тем более, вы сами знаете прекрасно, что это 2-3 минутки у нас отберет времени. И это не так уж и много. Я думаю, потерпеть можно. В крайнем случае, есть бегуночек, которого можно быстренько-быстренько так сместить в правую сторону. Поехали. Я просто не буду, ребята, это вырезать. Вы сами говорили, что иначе будет серия слишком короткая. Я бы мог бы это все при монтаже убрать. Вот честно вам скажу. Но вы же сами сказали, что оставляю все как есть. Ну, поэтому я и оставляю все как есть. Так, уже тыщенку, ребята, мы, считай, с вами накопили. Я имею в виду к уровню. Это неплохо, мы растем, да? Ай, как хорошо. Это получается еще где-то 4000 у нас будет уровень. Да, уровень-то мы, конечно, с вами быстро... Что я делаю? А, все нормально. Автобой, да. Только Рокзар зачем сделал провокацию на себя, я не понимаю. Не надо было этого делать. Продвигаемся далее. Так, сколько осталось? Еще, по-моему, 2 боя, да? Или я путаю? Совсем что-то задумался о своем там. Сейчас посмотрим. Да, ребят, 2 боя еще осталось. 1200 и 1500 мутагена. Мутаген нам понадобится. Даже если мы его сейчас не потратим куда-нибудь там, на каком-нибудь там повышение, то в дальнейшем все равно он нужен будет нам. Там надо будет аж 10 тысяч мутагена на повышение уровня. То есть никогда лишним он не будет. И поэтому грех, как говорится, пропускать такое задание. Ну что ж, на 3 звезды и последнее у нас задание на 1500 мутагена. Во, ровно 1000, ребята, опыта мы с вами набили. Погнали. Последний заключительный бой. Мне интересно знать, нас не скинули опять на сёгунутое, интересно? И если скинули, я вообще расстроюсь, потому что тут осталось-то, что у нас сегодня, субботы? Осталось совсем немножко. Мне нужно 2 звезды на с этих, на сёгуне. Это минимум. Так что, надеюсь, не скинули. Все, ребят, давайте проверим сейчас. Что-то мне уже не терпится просто заглянуть и убедиться лично в этом самому. Так, 1500. И в итоге у нас там 8000, да, по-моему, мутагена. Ну что ж, заходим сюда. Кстати, хотелось посмотреть в испытаниях. Да, вот у нас черепашья буря. Слушай, а может быть... Слушай, не... А, ну да-да, ребят, именно... Давай хотя бы глянем, кого мне дадут. Рокзар, Зек, Крис и все. Тут, по-моему, 4 волны. Ну, давайте, ребят, я... Я уж попробую, но я знаю, что это просто жесть тут будет сейчас. Давай так, чисто вот, чтобы вы убедились, как тут идет жестко. Как тут идет просто полнейший расколбас, ребята. Тут у нас 3 волны, все это ниндзя-черепашки. Здесь никого лишнего не будет. И посмотрите, как они все тут сейчас слаженно и прекрасно будут работать. Поэтому нужно как можно быстрее уничтожать. Да уж, ну естественно. Сейчас этот похиляет, потом Леонардо хильнет. Естественно, ребят, ну как же без этого. Вот так вот. Так, единственное хорошо, что мы им понизили скорость. Это... Так, ну естественно, Рафаэль берет на себя провокацию. Этот хиляется. Ну да. Я все равно попробую, ребята, чтобы-то не стоило победить их. Во, кстати, сейчас неплохо получилось-то. Волной я их. Так, заблокировали способность. Так, а у меня нету хиллера. Нет, есть Бакстер, но... Бакстер сейчас, по-моему, у нас тут отдуплится. Давай-ка Рокзаром возьмем провокацию. И вот так вот сделаем. Контрушку. Так, хильнемся. И давай попробуем Рафика наказать. Есть! Рафаэль упал. Этот что у нас делает? Ускорение или крит? Я уже не помню, если честно. А, он делает, ребята, уворот.
Есть, этот конец. Этот конец. Этому конец, ребят. Леонардо, я думаю, что он сейчас упадет. Он должен упасть. Давай я еще, знаете, что сделаю? Вот, например, сюда ракету бомбану. Попаду, нет? Ага, попал аж 20 раз. Должен упасть у них. Они оба должны упасть, если честно. Я на это надеюсь втайне. Так, ну-ка. Опс. Упал. Второй. Нет, подожди, сейчас мы еще ударим. Второй падает. Да ёпрасоте, ну. Будешь падать? Что ты делаешь? Ага, защиту. Хорошо. А этот не упал. Ёпрасоте. Ой, бомбочка. Вот это плохо, ребят. Плохо, что он тут свою бомбатулю сделал. Слушай, ну постепенка-то все равно еще висит у них, ребят. Они же должны упасть. А ну-ка, пробивной. Есть. Это, ребят, была только первая волна. Идем ко второй. Их тут 4 всего. Блин, жесть какая-то. Так, понизили им скорость. Надо здесь наказать, наверное, в первую очередь вот этого. Микеланджело. Хотя Леонардо здесь тоже нам не очень-то нужен. По большому-то счету. Сейчас кто-то упадет. Сейчас кто-то... А, хиляет. Я знаю, что сейчас кто-то упадет. Блин. Нам надо добить все-таки Микеланджело. Отлично. Ну, Бакстер, наверное, упадет сейчас. Да, Бакстер упал, ребят. Ну, естественно, и Муха, скорее всего, тоже следом отправится. А почему-то мне так кажется. Я, конечно, постараюсь. Ну что, что? А, он критуху делает, да? Нет, он понижает нам скорость. Вот так вот это все делается с их стороны. Ну, пробивает. Да, он добивает, ребята, Муху. Лишает нас последней надежды на отхил. И начинается тут жесткий разбор. Ну, у меня есть, по крайней мере, хотя бы защита. Это уже хоть какой-то плюс. Так, ну что, давай-ка ногти бросим. Угу. У него тоже скоростью... Ой, это массовый, да, ребят? Массовый удар был. Надо мне Рафика быстренько заварганить. Так, ну что, оп, отлично. И остался лишь только Донни у нас. Но это, ребят, вторая волна, еще две впереди. Так что радоваться пока рано. Ой, зачем я сделал? Зачем я сделал провокацию? Да ёпрасоте. Хотя, может быть, даже и хорошо, что она у нас сработала. Так, ладно, двигаемся дальше. И здесь у нас... Ёлки-палки, все эти сказочники тут. Донни. Ну-ка, попробуем его наказать. Ага, хорошо пошло. Так, теперь для затравочки. Отлично просто. Ребят, только бы... Это что у нас? Не знаю, что он там сделал. Крит, по-моему, да? Так, Донни упал. Леонардо, он имеет массовую, ребят, атаку. Так же, как и Микеланджело. Ёпарасете! Ай, сейчас бомбанет. Что он делает? Что? А, он провокацию на себя взял. Ну-ка, если мы вот так вот. Блин, зэк у меня сейчас, ребята, по-моему, упадет. Черт, а не хотелось бы этого, конечно же. Не хотелось бы. Блин. Вот тебе... Сейчас будем мазать, наверное, ребят, как не знаю кто. Я делаю, короче, защиту дополнительную. Зэк упал. Мы вдвоем, ребята, остались. Мы вдвоем. Да ты достал уже, ё-моё. Упал Леонардо. Так, ну что, я думаю, кому-то сейчас хана, да? Сейчас Рокзара распишут. Ну и как вот, ребята, здесь, скажите мне, я должен побеждать вот этих вот голодранцев, а? Как? Я не знаю, например. Я только до третьей волны дошел, и все, у меня сейчас уже никого не останется. Ну что тут? Ну, Крис и Рокзар. Рокзар, ну вот, все, Рокзара нету. Остался лишь Крис. А еще впереди одна волна. Как тут можно? Нет, если бы, может быть, дали бы мне Рафаэля, да, предположим, и Леонардо. Конечно бы я вот этих вот сосунков бы сейчас просто разделал бы на раз-два. Ну как, ну так как мне дали, извините, этого Бакстера, да, который мне в одно место не вперся. И Муху Бакстера, то, извините, это смех на палке. По-другому нет. Нет, Крис здесь не выстоит, ребят, ну... Как бы я ни хотел, но не получится. Да вы посмотрите, они просто раз за разом ходят, каждый. Да, это я вам, ребят, показал приблизительно, что происходит здесь. Ну и вы увидели это лично. То есть мне всего здесь 3 эпизода. 3 эпизода. И вот я даже первый не могу пройти. Вот так вот. Ладно, хорошо, погнали с вами мы на турнир. У нас, как говорится, есть дела и поважнее, да? Ну, ребята, я поздравляю нас, мы еще до сих пор с вами в Лиге Сёгунов. И приступим, вот начнем вот с этих вот ребятушек. Так, я беру Лео.
И... Давайте попробуем вот так вот взять. Возьму, пожалуй, еще железную голову сюда. И... И давай карайку возьмем. Вот так вот. Здесь, ребят, нежелательно уже баловать, брать там маленьких игроков, потому что они будут падать. Понимаете? Нам нужны вот такие средненькие, начиная от 40 уровня. О, видите? Леонардо не может их положить всех. Вот если бы сейчас здесь был какой-нибудь маленький бы, он бы уже упал бы. Так, ладно, минусанули одного. Ну-ка, тигр, давай, бомбани. Хорошо, и остался лишь Доник. Ну, сделаем мы его. Да, здесь у нас... Ах ты, елки-палки, хотел сказать, здесь у нас все хорошо получилось. Как-то незаметно было его в куче грязи. Сидит там, притулился, спрятался, так скажем. Но, тем не менее, мы здесь выиграли. И поэтому получаем свои законные 1025 мутагена и продвигаемся с вами на 50-ю позицию. Ребята, ровно половина до второй звезды. Поехали. Сразу же возьмем с вами, пожалуй-ка, вот этих вот ребят. Да, тут много серебра. Сделаем откатик по Леонардо и возьмем вот этих вот сосунков. Погоди-ка, блин, погоди-ка. У меня Леонардо здесь один вряд ли справится, поэтому давай-ка мы еще возьмем для помощи вот себе карайку. Леонардо, если бы он ронял бы их всех сразу же с первой попытки, тогда бы я был бы спокоен. Тут у нас вряд ли это получится, и для этого я вот так вот делаю. Ребята, спасибо вам большое, кто писал свои эти составы. У меня пока многих игроков, которые вы мне советуете, нет прокачанных. А некоторых даже вообще нету, поэтому как бы, ну... Вы уж пишите из того, что есть у меня. Так, ну вот и упал у нас Рокстеди. Ну а мы с вами двигаемся далее. Получаем 1025 мутагена. Какая у нас позиция сейчас будет? 10 ступенек. На 10 ступенек мы поднялись. Хорошо. Давай тогда возьмем... Наверное, вот этих придется брать. Блин, ну 54 уровень. Не, давай вот этих возьмем. Тут 50 и 49. Ну, максимальный 52. Так, Лео. Ты брось прохлаждаться. Ты мне сейчас тут очень сильно нужен. Так, берем вот этих и... Ну, давай вот так вот сделаем. Должны, в принципе, здесь выиграть. Должны, в принципе. Но, опять же, не факт. Но я постараюсь. Ух. Да, вот сколько я играю, ребята, и все время не могу предсказать вам результатов. Это очень сложно. Ну, что ты делаешь-то? Ой, майки, елки-палки. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это было сейчас серьезное. Серьезная заявочка на отхил. Зачем ты это сделал, а, Бакстер? Зачем ты мне всю малину, блин, портишь? Роквелл начинает выеживаться. Оу. Он повысил. Еще и этот защиту. Слушай, вы, ребята, не припухли ли здесь? Под защитой-то все стоять. А ну-ка давай волной. Вот так вот. Все заражены, все. Нет, не все, ребята. Микеланджело, смотрите, ну мы его сейчас добьем. Вот так вот, пускай подумает над своим поведением. Дальше Роквелл. Черт, он под защитой. Так, а мы сейчас, знаете, что снимем с себя негатив, вот эту вот пониженную атаку, она нам нафиг не нужна здесь. И пробьем, наверное, его, да? Почти. Ну-ка, батаранги. О, нарбуль. Тынь-тынь-тынь. Кому там сделал массаж, я не понимаю, Донни. Да ладно, завязывай уже. Ты посмотри, какой жук. Во, упал. Ладушки, хорошо. Надеюсь, на 10 позиций мы с вами поднимемся, да? Ну-ка посмотрим. 40-й и становится... Воу, даже 27-й. Это вообще радует меня. Так, вот теперь опять тяжело. Тяжело перед выбором. Давай возьмем вот этих вот. И Леонардо вернем. Слушай, а у нас очень мало, ребята, осталось игрочков. Так, ладно, хорошо. Предположим, я возьму сюда еще... Зека и... Давай возьмем Криса. Вот так вот. Блин, ну хоть бы до двух звезд бы добраться. Ёлки-палки, а? Ну что за дела? Так, ну что, неплохо, неплохо. Давай вертушку, Лео. Зажги, пожалуйста. Малорик, красота. И Крис добивает. Слушайте, вот здесь получилось как нельзя хорошо. Я очень даже этому доволен.
Так, двигаемся, естественно, с вами дальше и... Секунду. Посмотрим, куда мы сейчас приземлимся. Ну, давай 12-е, 12-е. Да ладно, всего на 7 ступенек, это заговор. Это заговор, ребят, чистой воды, по-другому не назовешь. Давай-ка вот этих вот возьмем охламонов. Так, Раф, Рахзар, Раф, Рахзар. Ну, давай возьмем Сплинтера. Черт, и все. И больше я не знаю, кого взять. Придется брать, ребята, вот так вот делать. Ну, а что? Иначе проиграем просто-напросто с вами. Вот и все. У меня, ребята, остается еще один буквально день, чтобы я смог каким-то усилием пробиться в Лигу Сёгунов на 2 звезды. Если я этого не сделаю, все, пиши пропало. Нам не видать, ребята, крупного реварда. И неделя, как говорится, коту под хвост тогда улетит. Так, Донни. А, ну ты зэка решил. Ну ладно, молодец. Флаг тебе в руки. Пора тебе, наверное, отдуплиться. Так, это у нас был последний, ребята, бой. Больше пока я не знаю, что нам еще делать. Сколько? Ну-ка. 4-е место. Это буквально, ребята, один какой-то бой провести и все. Но у меня нет откатов, ребята. К сожалению, нет откатов. И сделать я больше здесь ничего не смогу. Ну-ка, давай поменяем. Ага, хорошо. Так, в магазинчике у нас ничегошеньки нету. Здесь нету. Можно, знаете, что попробовать? Попробовать одну миссию пройти на сюжетке. Только вот какую? Здесь явно нам ничего не светит. Мы с вами, по-моему, смотрели, да? Тут 73-й уровень. Это, ну, это жестко. Слушай, а давай попробуем с тобой пройти в главе 6 вот... Ох ты, подожди-ка. Вот эту вот миссию. У нас сыр есть, точнее пицца. Есть пока, немножко, но есть. 72 уровни, но это лучше, извините меня, чем 74. Рискуем, ребят, я рискую. Все, вы как хотите, вы можете меня ругать, а я рискую. Все, поехали. Так, ну что, в первую очередь я буду собираться уничтожать вот этих вот футовцев, потому что они самые вредные, которые именно с булавами с этими. Да-да-да, вот они очень сильно критуют. Да иди отсюда. А эти, в принципе, сосунки. Ого, вот это сосунки. Что-то так жестко Рахзара пробивает они. Мне не нравится такой подход. Надо его, наверное, ликвидировать. Ну, главное, что попали. Так, он хиляет. Ладно, хорошо, давай вот так вот сделаем. Мимо? Да ладно, мимо, блин. Чё за ерунда, я не понял. А так? Ага, ползаруби отобрали все-таки. Нормуль. О, Рахзарчик сделал. Так, ну что, Маузер, пора тебе падать, скорее всего. Чё ты там думаешь? Я тебя оставлю в покое? Нет. Ну, вот и вторая волна. Здесь у нас Баксер, в принципе, ничего страшного нет, ребят. Абсолютно, я даже сказал... Давай начнем с Маузера. Опс, подрезали хорошенько. Вот так, блин. А если вот так? Все, теперь футовцев будем бомбашить. Плевок. Ха-ха. Рахзар, блин. Ребят, по-моему, пора хилец, потому что Рахзар может упасть сейчас. Главное, чтобы Лео дожил до этого счастливого момента. Слушайте, ну если он даже здесь выживет, я боюсь... В другой битве его могут положить. А мы с вами хотим пройти на 3 звезды. Не забываем этого. Давай я сделаю на всякий случай защиту. Дополнительную нам. Так, что он... А, хиляется. Ну что ж, ладно. Хиляйся. Мне даже так лучше. Ну, Раф, ё-моё, что такое? Что за дела? Я же думал, ты давным-давно должен был атаковать. Давай вот этого вот чипизрика попробуем. Нет, не получилось у тебя. Ну ладно, давай, зэк. Ага, вот у зэка хорошо вышло. Да твою ж маковку. Почему вы не можете вот этих вот сосунков-то долбануть? Они всего лишь-то 70 уровня. Я понимаю, там 75 были бы. Или там еще какой-нибудь 70 уровня, вы должны их просто с полтычка калечить. Что ты, массовый? Массовый, да? Так, получил робот свое. И, ребятушки, нам нужно убить Бакстера. Давайте мы его сейчас быстренько заколбасим. Быстренько, наверное, не получится. Хотя, почему не получится? Все хорошо. Все, последняя, 3-я волна. Главное, чтобы здесь у меня выжил Рахзар. Это самое главное, ребят, для меня.
Если он выживает, то, наверное, мы пройдем с вами идеально все здесь. Провокацию ни в коем случае нельзя делать, ребята, им, поверьте. Нужно вот так вот попробовать. Ваньку. Оп. И да-да-да, во что бы то ни стало, нужно делать вертушку от Ляо. Ну. Вау, вау. Делаем. Подожди. Давай проникающий сделаем. И добивочный. Да, ребята. Вы видели, мы просто с вами и эксклюзивно прошли эту миссию. Не потеряли Рахзара, хотя я, честно говоря, думал, что ему край. Здесь его запинают. Но нет, нет, на 3 звезды. А это говорит нам только об одном, что мы можем теперь 2 раза фармить Макмана. Вот так-то. Тут у нас, смотрите, Рахзар, хотел сказать, Зек свободен. Давай глянем, что у нас вот тут творится. 71 и 73 уровень. В принципе, ребят, если захотеть, при желании можно попробовать. Давайте рискнем. Так уж и быть. Как говорится, пойдем с вами до конца. Как только проиграем, сразу будет понятно, что нам сюда еще рановато. А почему это вы первыми ходите, а? Можно мне узнать? И почему-то сразу все на Рахзара. Эх, Рахзар, видно, чувствуют они, что ты слабенький. О, видите, даже по Крису попасть не смог. Ой! Ты погоди-ка, погоди-ка, как это ты так Зека-то прожарил? Давай делать дополнительную защиту, пока не поздно. И... ах ты, он сделал провокацию. А мы тогда тоже сделаем провокацию. Думает, он один такой умный. Ну да, конечно. Че, Раф, ты даже не стал атаковать? Ух ты, неплохо ты его поджарил. Так, этот у нас в провокации стоит, гаденыш, да? Надо его уничтожать. Ну, Раф, вот молодец. Ну, добей его. Красавчик. А мы уже остальными разберемся. Так, давай вот это вот сосунка. Опа. Что он там делает? Слушайте, единственное, конечно, жалко, что я потратил, блин, провокацию. Рафаэлевскую, я имею в виду. Она бы нам пригодилась бы в дальнейшем-то. Так, ну что, здесь надо... Я даже не знаю, что нам лучше сделать. Давай попробуем заблокировать. У-ху-ху-ху-ху, не вышло. А он сейчас встанет в провокацию, ребят, скорее всего. А может быть, не успеет. Посмотрим, как пойдет. Да, он не успеет, и это хорошо. А теперь делаем добивочные. Блин, надо было вот этих... ниндзей. А, у нас Рафик под провокацией еще стоит. Тогда им всем не повезло. Опс. И вот здесь вот уже... опачки. Мы переходим с вами на последнюю, третью волну. И здесь... вот его надо в первую очередь уничтожать, ребят. Знаете почему? Потому что он очень сильно бьет своим лазером. Поверьте мне, очень сильно бьет. Он может даже с удара положить Зека, скорее всего. Если у него это получится. Ну-ка. Ай! Ай-яй-яй. Пробьем. Должны пробить. Е! Так, ну что, эти у нас тут... у меня Рафаэль до сих пор в провокации. Как ты так долго умудряешься быть в провокации? Рафик, подскажи мне свой секрет, а? Я тоже хочу быть в провокации. Постоянно. Только не получать люлей, естественно. Просто быть в провокации. Вот. Все, ребята. Вы представляете, да? Мы с вами вообще как-то круто разошлись за последние вот эти две серии. Просто миссию за миссию, за миссией проходим, причем вообще все идеально, на 3 звезды. Круто, круто, ничего не могу сказать. И у нас осталось буквально 3 миссии, которые нужно пройти. Давай посмотрим, что у нас тут. 72-74 уровень. А, была, не была. Была, как говорится, не была. Так, блин, ну тут чувствуется уже, ребята, сложно будет. Я уже вижу, они хоть и маленькие, но урон наносят. То есть проходят удары. Оу, даже Лео начинает. Слушай, как-то уж больно круто пошло-то все у них тут, смотри. Блин, не знаю, но надо защиту брать, ребят, я не знаю. Попробуем вот так вот сделать, потом. Блин, что ж ты, давай просто будем их добивать. Просто будем их добивать. Зек, ты держись у меня, родной. Потом, наверное, придется использовать лечение от Леонардо. Если успеем, конечно, подлечиться. Вот, Лео лечит. И теперь очень долго у нас не будет, ребята, лечение. Очень долго.
Нам нужно держаться. Так, минус. Ну и с маузерами мы, конечно, сейчас быстренько с вами разберемся. Так, вторая волна, смотрим, кто у нас тут. Это ниндзя эти, что ли? Да, это ниндзя. Ребят, я, наверное, блин, придется делать. Да, придется сделать вертушку. Ой, как солидно-то вышло. Я даже не ожидал, если честно. А вот с носорогом-то надо быть аккуратно. У него, ребята, есть огнемет. У него также есть камень, булыжник этот, который он бросает. В общем, он еще тот старый пень, который может нам жизнь подпортить. Так, хорош, 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 успокойтесь. Что же делать-то нам? Давай попробуем накатить носорогу. Так, я надеюсь, что Лео сейчас будет ходить. Лео, ходить должен ты, где же ты, блин? Ой, мамочки мои родные, провокацию поставил этот охламон. А я хотел, знаете что, ну давайте попробуем, может быть сейчас получится. Эх, а вот так вот если... Есть, все, ребят, мы здесь должны пройти на 3 звезды. Носорога уже нету, этих мы сейчас разберем с вами. Да, пускай они ходят по 2 раза, но они ватные. Бомбанем? Бомбанем. Так, давай вот так вот бомбочку бросим. Один упадет, наверное, стопудово, да. И вот этого говнеца мы сейчас с вами размажем по полу. Вот так вот, все, изумительно. Фух. Вот это да, ребята, вот это мы с вами стартанули. Да, но все равно в приоритете у меня все-таки Сёгун 2 звезды. Об этом не стоит забывать, ребят. 14 тысяч мутагена, кстати, мы можем, наверное, с вами... Хотя нет, это мы оставим лучше на следующую серию. Да-да-да. Ну что, ребятушки, давайте мы будем с вами закругляться. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Ставим лайк, пишем в комментах. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.